Добрый вечер, buenas noches. Мы очень рады вас здесь видеть, и мы очень рады снова выступать в этом прекрасном месте. Я нигде так себя не чувствую хорошо в Москве, выступая как именно в клубе Алексея Козлова. Вот я просто всем советую ходить сюда чаще, на все концерты, которые здесь есть, они все всегда хорошие. Надеюсь, этот концерт тоже вас обрадует. И, может быть, кто-то не знает, ну, в смысле, наверное, знают все, потому что пришли, что сегодня будет испанская музыка. Если кто-то не говорит по-испански, совершенно ничего страшного, потому что вы и так все поймете. Все тексты, особенно испанские тексты, они о любви. И то, что мы сегодня будем делать, сегодня совершенно, можно сказать, экспериментальный концерт, и я, наверное, с гордостью также могу сказать, что то, что вы услышите сегодня, такого вы не услышите даже в Испании, потому что сегодня с нами играют потрясающие музыканты. Они выйдут чуть позже, я их отдельно объявлю. И сегодня вы, наверное, услышите такой настоящий фьюжн, замешанный на музыке фламенко, на джазе, на музыке латино. Ну и, как я написала в анонсе, это такой горячительный напиток, который мы приправили особенными специями на свой вкус и настояли на своих страстях и желаниях. Надеюсь, вам понравится. И первая вещь, которую мы сегодня исполняем, я сегодня решила так начать, это вещь, это песня из традиционного фламенко, которую можно услышать только на самом юге Испании, и то не везде. И мы, так как концерт у нас экспериментальный, мы решили сделать эту песню вместе с Валентиной Сильченковой, которая прекрасно играет на виолончели. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. И сейчас будет моя любимая песня. Она называется «Локая», «Сумасшедшая». Почему она у меня любимая? Потому что эта песня, как я всегда говорю на концертах, это песня про всех женщин. Потому что все женщины в какой-то степени сумасшедшие, их сложно понять, чего они хотят, какие у них желания, почему они обиделись. Иногда это просто не почему, иногда просто хочется обидеться, чтобы мужчины знали, чтобы мужчины не расслаблялись, как-то в тонусе пребывали. И, ну, собственно, песня о такой женщине, точнее, обо всех женщинах, обо всех сумасшедших женщинах. При этом в песне, в словах говорится, что ты не говори мне, что я сумасшедшая. Как бы я это знаю без тебя. Не нужно лишний раз на этом акцентировать внимание. Cuando yo te veo, oh, 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 cada día.
solo con el tiempo lleno plata mía, mía, mía. Loca, que no miro una vida loca. Soy como el mar cuando yo me río. Oh, oh, loca, no te ríes ni me hables tanto como mi alma mía. Loca, que no miro. Спасибо, спасибо большое. Когда люди в Испании слушают фламенко, то они себя ведут очень, можно сказать, развязно. То есть они подкрикивают, подхлопывают, могут со своего места крикнуть: «Хорошо играешь, красавчик!» Это вот любому из присутствующих можно сказать. Но чтобы как бы хорошо играешь, красавчик, можно вот так сказать: «Ваджа гуапо! Ваджа гуапо!» Вот именно с такой интонацией, если кто-то, я думаю, кто-то уже сейчас уже сможет это сделать, мне кажется. Уже вино выпито, половина хотя бы, да? Вот, ну и там мне можно кричать: «Уапа!» Вот, это красавица. Можно такое универсальное «Олле», когда кто-то что-то сыграл сложное, танцевал сложное или спел сложное. Такое, чтобы прям достойно благодарности, то можно так крикнуть «Олле!». Поэтому не стесняйтесь, вот, потому что в филармонии вы можете сходить на следующие выходные, а на этих выходных вы в Испании. Oh,
Quanto male ha fatto del ciampino del Bariana. Tengo il colato partito, tengo la Maria. Tengo il colato partito, lo che tengo. Следующая песня. Я еще не сказала, да, что кто уже выпил достаточно, можно вставать со своих столиков и танцевать. Никогда не рано. Танцевать никогда не рано и никогда не поздно. Поэтому кто захочет, я надеюсь, администрация этого человека не выведет. Если что, мы замолвим словечко, у нас здесь есть свои люди. Yeah.
Спасибо большое. Сейчас прозвучит песня. Это тоже основано на традиционном фламенко, но обычно во всех странах, да и в самой Испании, очень многие люди, ну, имеют о фламенко свое как бы особенное такое достаточно узкое представление, то есть что это женщины танцующие там в юбках, в розах. Вот, но фламенко это на самом деле огромный такой культурный пласт. В испанской истории даже можно сказать. И там есть совершенно разнообразные песни разного характера. Но все их объединяет одно, они очень глубокомысленные, очень красивые. Ну, для меня самые красивые из всей музыки, которую я знаю. Текст песни, который сейчас прозвучит, говорит: цветы в поле плакали от жажды, пока лил дождь. Так плачет тот, кто никогда не любил и полюбил в первый раз.
Oh,
Спасибо большое. А сейчас наш, скорее так сказать, уникальный совершенно гитарист. Уникальный еще, собственно, потому что он играет фламенко, и мало того, что он играет фламенко, он еще это делает очень-очень хорошо. И вот Глеб Окунев, он полностью передает дух гитары фламенко так, как она должна звучать. То есть вы сейчас, можно сказать, убили двух зайцев, даже больше. Хорошо провели время, сходили в прекрасный клуб и попали на самый юг Испании. Потому что, ну, по-хорошему только там можно услышать гитару фламенко, а все остальные случаи — это исключение. Вот сейчас Глеб сыграет свое соло. И то, что он сыграет, это тоже традиционное фламенко. И, ну, наверное, нет ничего более чувственного, более романтичного, более страстного, чем звуки гитары фламенко. Наслаждайтесь. Thank you.
Сейчас, продолжая тему испанской ночи, запахов жасмина, я всегда об этом на концертах говорю, потому что если вы побываете в Южной Испании, я надеюсь, что после этого концерта все купят себе билеты или, по крайней мере, начнут копить по 100 рублей в день на поездку. Копить придется долго, но я думаю, это никого не остановит. И сейчас мы окунемся в атмосферу южной ночи. Я исполню песню, которая называется «Солеа». Это один из таких, скажем, это один из стилей старинного пения фламенко, один из самых красивых, один из самых глубоких, глубокомысленных. И текст, там разные существуют тексты, и текст, который я буду петь, он говорит... Когда я вообще, в принципе, когда я его первый раз услышала, у меня прям до дрожи, так это настолько совпало с какой-то с моей жизнью, может быть, с вашей, это тоже наверняка совпадет, что тысячу ночей я думала о том, что то, что казалось точным, то, что казалось верным, реальным, оно оказалось иллюзией. А то, что казалось неправильным, то, о чем мечталось, то, что казалось несбыточным, оно оказалось правдой, единственно верной. И вот об этом эта песня. Yo paso.
corazón. Yo quiero a ti, solito, a la villa de tierra, con corazón. Yo quiero a ti, solito, a yo creí volverme loca, porque mi no sé pensar. Спасибо большое. А сейчас мы исполним песню совершенно из другого репертуара. Это из репертуара латиноамериканской музыки, и она называется «Как это было». Это, можно сказать, тот танец, на который там, кавалеры приглашают дам, дамы приглашают кавалеров. То есть кто быстрее сообразит. Ну и слова говорят о том, что как это было, я даже не понимаю, как это произошло, но я влюбился. Мы никогда не знаем, как это происходит, но точно знаем, когда это происходит, да?
Большая история. Может быть, кто-то... Я выкладываю иногда такие видео, сделанные на коленке, потому что делать там хорошее видео с концерта — это всегда определенные там усилия, определенные проблемы. Вот, и я с этой песней я выкладывала видео, как где-то в феврале, когда был мороз, и я на Красной площади, собственно, как бы рекламирую эту песню. Кому будет интересно, можете глянуть в интернете. Здесь, в этой песне, вы можете подключиться и подщелкивать.
все умеют подщелкивать. Вот таким образом, да? Очень хорошо. Cuando sale el sol, me despierto yo, no, no me despierto yo, no es solo la miel y el agua. Спасибо большое, и вам я тоже аплодирую. Спасибо.
Это было очень музыкально, очень ровно. Обязательно приходите на следующие концерты, так как вы уже знаете материал и сможете помогать. А следующая песня называется «La Brisa», «Бриз». Я всегда на всех концертах одну и ту же историю рассказывала про эту песню, пока мы тут совсем недавно не побывали на гастролях в Новороссийске. И, собственно, Новороссийск, он славится тем, что там очень сильные ветра. И я сама на себе ощутила, что такое бриз, как бы это даже бризом нельзя назвать, то есть ветер, который дует с моря. То есть, когда пытаешься идти, ты идти не можешь, потому что тебя качает во все стороны. И бедные чайки, которые обитают на берегу, они, наверное, уже привыкли, они могут передвигаться только боком. То есть вот так вот переходить с одного бока на другой. И если они захотят взлететь, я думаю, они тоже к этому уже привыкли, то есть они не могут лететь вперед, они просто вот так поднимают крылья и зависают в воздухе. И я вот подумала, как хорошо, то есть вот когда нет никакой возможности идти вперед, можно просто вот расправить крылья и обязательно зависнешь в воздухе. Это тоже хорошо. Вот про это, собственно, и песня. Love me, son.
сегодняшний концерт. Я с удовольствием представлю вам музыкантов, которые сегодня просто великолепно играли. Я считаю, за гранью возможного. Валентина Сильченкова, виолончель. Глеб Окунев, гитара фламенко. Антон Давидян, бас. Сегодня, более того, не просто Антон, он гениальный басист. У него сегодня совершенный дебют. Дебют в такой музыке. Сегодня мы все слышим Антона в этом стиле музыки первый раз. Это историческое событие, я считаю. Я надеюсь, первый и не последний. Артур Газаров, перкуссия. Спасибо вам большое. Следите за нашими новостями. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Карина Ладуста, так же, как написано на афише, и наш сайт karinamusic.com. Спасибо вам большое. Сюда, как это сказать, затушили сигаретку, выбросили. Другой ручкой сюда затушили сигаретку, выбросили. Вот, ногами можно со злости потопать. И волосами у кого есть, взмахнуть, у кого нет, просто головой можно вот так взмахивать, как будто они есть. Sabe que como tú que no tengo nada, tú como yo que no tiene, ay, 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 ay. Navega
Thank you.